Через Алиэкспресса новые приобретения наши. Вот такая вот открывашка. Так она выглядит. С такими ножами. Вот. Сейчас нож в открытом состоянии. Чтобы он хорошо встал, он должен быть в открытом состоянии. Закрывается путем передвигания рычага по часовой стрелке. У него есть рычаг, который приводит в движение нож. Выглядит все вот в таком виде. Ручка двигается в любом положении, вращательном. Сейчас нож у нас в закрытом состоянии, в закрытом. То есть он сейчас не встанет на банку. Чтобы он встал, надо его отодвинуть. Для этого мы крутим ручку против часовой стрелки. Буквально один или полтора цикла. Вот. Вот результат. Нож находится далеко от... От шестеренки, правильно. Мне тут подсказывают. Потому что я, когда делаю видеозапись, теряю дар речи. Лексикон резко уменьшается. Я становлюсь мега неграмотной. Итак, после всего этого я обращаю внимание на то, что тут есть магнитик, который примагничивается к крышке. После этого я ставлю, так, и чтобы зафиксировать нож, я начинаю крутить по часовой стрелке. Вот, и уже произошла фиксация. Подожди, сейчас я еще увеличу напряг и показываю. Я могу теперь поднять манку вместе с открывашкой. Все, процесс пошел. Кручу, верчу, запуточкой чу, кручу, верчу. А кошмака тут нет, в отличие от рекламы. Манка крутится, манка открывается. Будет сегодня вкусняшка. Ну, не такая уж вкусная, но что уж есть. Ну вот, вроде все открыто. Не до конца. Все. Крышка отдельно, манка отдельно. Вместе с бумагой, вроде как. Ага, вот. Теперь для того, чтобы отделить крышку от... Ну, манка-то уже отдельная, это ясно. Чтобы отделить крышку от открывашки, вращаем ручку назад. Вращаем вместе с рукой.
Потому что рука соскальзывает, как и у самка. Все, крышка свободна, она держится только на магните. От магнита мы ее убираем, и все. Цирк с конями окончен. Вот. После того, как закончим работу, ручку мы складываем вот в таком виде. Все компактно, все укладывается. Вот. Вот так вот все она выглядит. Да, она несколько большеватая, объемная. Но, по-моему, она того стоит. Вот. Крючки здесь для того, чтобы открывать другие виды банок. Но я этим пока пользоваться не намерен. Мне главное открывать консервы. Спасибо за внимание.